Очередное утро, идем на завтрак. Идем жрать. Идем, да. Мы вчера поели, так и уснули, потому что сильно устаем. Сейчас будет have a nice day, good evening, good morning, glad to see you и прочее. Сейчас начнется. Good morning. О, видите, я ж не буду к вам этого, ну вы поняли, сам да? Сам ему крикнул. Не, я ж ему не. Я ж даже людям показал, что good morning. Это мы только просто вышли. Сейчас мы еще дойдем, там начнется тоже, блин. В каждой будет там нам что-то там желать. Как у вас дела? Все ли хорошо? А что вам снилось? А что вам то? А что вам все? Водичку, кофе, да? Да, да. Вот сзади меня. Впереди меня вот стоят люди. Может быть что-то сейчас скажут. Или нет? Может, не надо? Не, не надо. Ну, не знаю. Good morning. Good morning. Ну, видите, я не вам, я не этого. А что они говорят сюда просто? Morning. Ну, morning, это утро. Ну, без good. А, они нет. Они почти всегда говорят просто morning. Good morning. Привет. Да, тоже, кстати, только morning. Типа утро. Утро, утро. Шо типа утро? Утро. Гляньте, какая у нас тут. Типа мы утро, ой. Вика будет рвать себе тот цветочек. Да, вот эти вот цветочки, они рвут все равно. И это вот. И их тупо не жалко, потому что тут нету ни роз. Ни, ну, есть только белые цветы, есть вот такие вот. Классно? Что да. Сколько время? Блин, что-то такое, вроде бы уже... А, без 28, да. Странно, что все лежаки закрыты пока. А, бассейн с 9. Бассейн работает с 9 и до 6. Ну, как бы можно, типа, купаться. Ну, уже в 6, уже ночь, поэтому об 9, то есть пока завтрак, то есть все. Это я тут вчера мракобесился. Первый бассейн, второй и третий. Сейчас типа не очень-то и жарко, да, то есть солнца нету его просто. Но на самом деле оно так жарко, ну не парит, а именно жара такая стоит. Вот наш второй бассейн, наверное, уже все видели. Тут тоже классно. Тут где-то Павлюша ходил со своим хвостом пышным. Такая шляпка тут наливает вам коктейльчики. И вот третий бассейн. Тут, кстати, все делают фотки. Вот туда спиной, типа, вернее, ко мне спиной, туда лицом. Вот три, а вот еще типа четвертый мини-бассейн. Тоже эти good morning, типа glad to see you. А мы думали на завтрак, думали попасть типа сюда, повторять что тут, но пока закрыто.
нас есть еще какой-то ДМР. Кокос, типа 7 ватт. 11 тысяч рупий. Ничего себе. Ну, красиво, ничего ты не скажешь. Завтрак, завтрак, жрать и жрать и жрать. Для тусы и все дела. Сейчас вам будет воду предлагать, кофе, чай, потому что они за это получают, я не знаю, они, наверное, на этом так и живут, на кофе и на чае. Ти, только ти предлагают. Ну, ти, понятное дело, что за деньги. Сегодня, может быть, попробую что-то задить. Может быть, просто апельсиновый типа фреш. Но апельсиновый фреш там тоже есть. Видите, это его цветочки везде. Вот это, кстати, вкусная штука. И вот такие манюньки тоже, это вкусно. А вчера не было такой травы. Только сегодня такая трава. Если ты возьмешь эту бутылку, то, чтобы вы видели, типа, да, мы хотели вчера взять бутылку и пойти вместе с ней, то нет, типа, куда ты там пошел? Твой номер скажи, а потом это вот, потом иди. А мой номер скажешь, а потом подписывайся за чек. Там мы уже не хотели так делать. Шампанское у них. Нам его в номер давали. По приезду. Что там берешь? Взять всякие эти добавочки, сюда гранолу и залить молочку. Короче, это, не знаю, не прикольно. Ну, я пойду что-то тут буду брать. Яйца. Good morning. Какие-то яйца, чай, наверное, суп, наверное, каша, наверное, что-то еще. Картошка вчерашняя, макароны вчерашние, это позавчерашние. Да шучу я, конечно. Всякие добавки, нутеллы, апельсиновые, всякие прикольные штуки. Сыры разные. Колбасы разные. Это все на завтрак. И вкусняшки вот какие-то. Что взять? Молочко. А вот и мой фреш. Ну не мой фреш, но будем его брать. Потому что мы только тут. И шампанское. А, ну да, шампанское, прикиньте, люди пьют шампанское по утрам. Ну, нормально. Наверное. Оленье молоко, только не сверху. Мы начали с холодного края. Только ж поели, да, только ужин был. У нас нет обеда. Только поели уже обратно. А где мой фреш? Великий фреш я не принес. Дай ему пока телефон. Сейчас ставлюсь фрешем. Да, блин, шведские столы, это от человека уже как бы, да, зависит. Либо набирать полный корыто, ну, либо от жадности там, да. Либо сколько ты схаваешь фрешек. Как же он божественно пахнет. Тут манго еще есть, ананас, но они какие-то не такие. Вот и фрешек. Если вы приезжаете с маленькими детьми, вот такими вот, то у вас тут будет полностью тоже лакшери. Тут за детьми только так смотрят. Все для них типа делают, типа и ухаживают, и поиграются.
Ну как дети переносят самолет, я не знаю. Мы сами ехали, да, дети? Такие маленькие. Один или два. Но если дети, то надо брать с собой, конечно. Тут для них тоже полные условия. Вкусно? Угу. Сейчас попробую вместе с вами какой-то йогурт. А что такое желтое? Ананас. Ананас? Нихера себе. Ничего так, кстати. На йогурт, скорее всего, что домашний. Да? Тоже магазин, что нету ничего. Ну прикольный, кстати, йогурт. Сейчас еще одно возьму какое-то. Будем пробовать. Это тыква, вот это мы пока не знаем. Какая-то трава. Трава? Жесть. А вот это я только что был взял со вкусом клубники, но оно так себе, не очень. И это какая-то дичь. Ну что такое? Шоколадный кекс с орешками. И кексиком закушаем. Мы его не пробовали. Это мы обычные какие-то блинчики, нутеллы всякие. Ну, елись мы, короче. Сейчас будем идти на пляжик. Что, лопнешь? Мы так по утрам не хаваем вообще дома. Я ем. Ну, не так, конечно. Во, все равно, что не так. Но кормят тут знатно. И все лежит, и все, и глаза прям разбегаются. Так капец. Все попробовать, но все не влазит. А все по чуть-чуть, ну, тоже типа не распробуешь. Ты куда? Идем через садой. А, это же мы сюда и заходили, если помните. Через желтый. А музыка спокойная везде. Скоро мы будем отсюда давай выходить, так что. Куда? Ну сюда же, наверное, тоже. Очень классно. Я никуда не поеду, я здесь дикарем останусь. Правда, могут депортировать, потому что ты, когда въезжаешь, там прописывается, на сколько ты дней приехал, ты не можешь находиться здесь больше. Ты тут был? Ну, конечно, я тут был. И не один раз. Я просто тут гуляла, тут ходила, пока ты спал. Да? Угу. Я себе бегаю, ну гулящая. Вы слышали? Я пока спала, но она тут гуляла тут. Ого! Ой, они ж только есть на праслине, все, ой, на ладьи, все дела. Тут тоже не есть, как оказывается. Только где они были раньше. Хотя тут, да, тут такая территория, что они все ползают. Вон написано, что они тут есть. Алдабра, Чен, да. Тортисис. Типа такие. Good morning. Вот, может, это болото как раз такие для них. Вика, это же не болото, это их не дом. Будет на фото или на черепах? Давай. Давай. Вон черепахи живут. Вон, куда-то пошли. А тут написано, что уже крабы. Вот эти вот норы, которые мы с вами уже видели, вон их много. А? Вот, там крабы, там черепахи. А тут что, Вика? Смотри, какой здоровый сидит. Тебе. А, вон, да, здоровый краб.
Я думаю, что вам вот видно. Типа только клешни. Называют именами людей. Вот. Лена была тут. И вон был Димон. А то еще, еще тут кто-то есть. Там уже стерлось, наверное, очень давно кто-то был. Тут музей классный есть, но он закрытый. Может, потом откроется, будет работать. Morning. Glad to see you. Have a nice day. Уже забрали.